Предлагаем вашему вниманию экспресс-обзор метеостанции La Crosse WS-6825 Black, состоящей из базовой станции и выносного датчика с радиусом действия 90 метров в прямой видимости. Основные измерения – температура, влажность и атмосферное давление. На основе этих данных строится прогноз погоды на ближайшие 12 часов, который отображается на экране в виде соответствующих пиктограмм. В зависимости от ваших установок, температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта. Влажность отображается в процентах. Стрелочкой в зоне прогноза указывается тенденция изменения атмосферного давления. Фиксируются максимальные и минимальные значения температуры и влажности за последние сутки. Для просмотра этих значений следует несколько раз нажать кнопку «Минимум-максимум». Удержание этой же кнопки приведет к сбросу этих показателей. Есть функция оповещения, которая оповестит вас о выходе температуры и влажности за установленные вами пределы. Кроме метеорологических показателей, на экране отображается время и текущая дата. Также присутствует функция будильника. Как видно, вся информация отображается на большом цветном дисплее, ниже которого расположены кнопки настройки и управления. Это удобно. Следует отметить высокий контраст и достаточно комфортные углы обзора. Питание базового блока осуществляется от трех батареек типа размера 3А или от сетевого адаптера питания. Выносной датчик питается от двух батареек типа размера 2А. В случае питания базового блока от сети работает постоянная подсветка экрана. При работе от батареек только кратковременная, порядка 5 секунд. Активизируется временная подсветка нажатием на любую из кнопок управления. Обратите внимание, на тыльной стороне базового блока имеется гнездо USB. Оно позволяет зарядить любое мобильное устройство, но только тогда, когда сама станция запитана от сетевого адаптера. Передачи данных нет. Итак, это достаточно хорошая метеостанция с широким функционалом. Добротно изготовленный корпус приятного дизайна. Цветной дисплей большого размера. Все это позволяет рекомендовать эту метеостанцию для покупки. А красочная упаковка сделает ее еще и отличным оригинальным подарком.